Про цього хлопця говорить увесь світ. Програміст Валерій Спиридонов може стати першою людиною, якій відріжуть голову і пересадять на нове тіло. А саму операцію медики називають проривом і порівнюють із першим польотом у космос. Скептиков всегда много, когда начинается что-то новое, что-то неожиданное, технологически сложное. Уже назначено дату уникальной операции. Ее проведут в 2017 году. Вся теория, которая была изучена за эти 60 лет, поможет нам на практике. Весь світ обговорює, в якій країні проведуть сенсаційний медичний експеримент, хто віддасть Валерію своє тіло, та якою буде ця нова людина, і чи можливо це взагалі. Скептики вже назвали це божевіллям. Мовляв, під час операції хлопець просто помре. Але ще 50 років тому так само лякали першого пацієнта, якому пересаджували серце. В першу чергу ми намагаємося достичь 99% уверенности в результате, а потом уже делать что-то серьезное с людьми. Ексклюзив ток-шоу «Говорить Україна». Валерій, який ризикнув відрізати свою голову і пришити її на нове тіло, приїхав у нашу студію. Первая в мире пересадка головы. Вот тема нашей сегодняшней программы. Это «Говорит Украина» здесь, на телеканале «Украина». Я Алексей Суханов. Здравствуйте. Действительно ли наука уже дошла до того уровня развития, что ученые могут пересадить голову человека на новое тело? Я лично звонил нашему сегодняшнему главному герою, приглашал его к разговору. И это первое его появление на украинском телевидении. Разговор сегодня, очевидно, будет, конечно, непростой, и даже местами казаться, что мы говорим о чем-то крайне фантастическом. Возможно, сегодня мы в последний раз увидим Валерия в его родном теле. Ее сын сделал заявление, которое потрясло всю планету. Но почему Валерий готов стать первым, кому пересадят голову на новое тело? Об этом впервые в Украину приехала рассказать мама Валерия Спиридонова, Виктория. Давайте ее поддержим. Я знаю, что вы никогда не плачете при сыне. Признайтесь, пожалуйста, Виктория, после того, как ваш сын Валера заявил на весь мир о том, что готов к этой сенсационной операции, как часто вы скрывали слезы от него? Очень долго, потому что, когда я узнала, что он согласен на эту операцию, это был такой же шок, как и то, что было, когда я узнала его диагноз. Очень трудно было это пережить, к этому привыкнуть. А тогда, что ребенок будет инвалид. Сейчас, что может произойти после операции. Говорить о своих переживаниях не могу, потому что он, наверное, страдает еще больше. Поэтому очень сложно. Виктория, чего вы боитесь больше всего? Больше всего я боюсь результатов этой операции, потому что он должен быть еще месяц в коме. И вот выйдет, не выйдет, даже вот для начала, выйдет или не выйдет, он из комы. Сына. Потерять сына. Потому что он мне дорог в любом состоянии, в любом теле. А сам Валера вообще понимает, что операция... Я думаю, да. Вы с ним говорили об этом? Нет, нет, нет. Вы боитесь этих разговоров с сыном? Ну, мне кажется, они так же травматичны для него, как и для меня. Поэтому я стараюсь избегать. Но с другой стороны, вам ведь страшно. Очень страшно. Очень страшно. Но парень взрослый, решение самостоятельно принял, и я его уважаю. Вы узнали о решении своего сына одновременно с тем, как узнал об этом мир. Это заявление появилось в новостях. Вам было обидно? Потому что ведь сын с вами не посоветовался. Я так думаю, что он тоже меня бережет эмоционально. Вы очень сильная женщина. Вы даже сейчас держитесь. наедине с собой, вы даете волю эмоциям? Нет. У меня не бывает уныния, бывает только отчаяние, что я вот не могу ему помочь сейчас. И мне очень хочется это сделать. Поэтому зачем это надо? Это, наверное, расслабляет. Сама жалость – это ни к чему. Нужно все сделать, чтобы помочь сыну. Что я смогу, то буду делать. Эта операция уже назначена, ее дата известна. Да. Произойдет это через год. Декабрь 2017 года. Медики со всего мира готовятся к этой уникальнейшей операции. Это, знаете, это как полет в космос, что ли. А вы как готовитесь, Виктория? Вы ведь морально тоже как-то готовитесь к этому? Ну, я думаю, что это не скоро, что это вот это потом. Но каждый день, просыпаясь, вы смотрите на календарь и понимаете, что эта дата все ближе? Нет. У нас каждый день свои заботы. Валера закончил школу с золотой медалью, закончил, спасибо, успешно защитил диплом в институте. У нас каждый день свои проблемы, свои друзья, свои интересы на сегодняшний день, свои заботы. Поэтому хочется попозже. Когда придет этот день, вы будете вместе с сыном? Если позволят, да. Как вы представляете этот день? Такой же солнечный, радостный, как вот сегодня. И что все будет хорошо. Потому что очень много людей, специалистов, друзей этого хотят. Простите меня за этот вопрос. Но вы понимаете, что по факту вы позволяете врачам отрезать голову своему сыну? И на какое-то время его убить? Они же сохранят это все, и голову, и тело, все сохранят. И будет еще лучше, обещают и фантасты, и специалисты, и профессора. Что будет лучше. Каким вы представляете новое тело сына? Любое полюблю, приму. Любое. Итак, первый в мире человек, которому должны пересадить голову на новое тело, приехал в Украину. Впервые Валерий расскажет здесь, почему он это намерен сделать. И каким он видит свое новое тело. Эту операцию сравнивают с полетом в космос. Но что первое сделает парень, который уже через год должен получить свое новое тело? Даже за 5 лимонов я бы не согласился. 3 года вам жить. Ну ладно, 5 как-то протянули. Дальше пошло искривление позвоночника, сильнейшее. Сына пускать под нож, и неизвестно, что с ним случится. Кто будет донором, известно ли это? Этот человек еще где-то жив, и он же не знает, что ему голову пересадят. Я прошу, если у вас слабые нервы, отойти сейчас от экранов. Валера, как часто вы вообще думаете о смерти? У нас есть фотография вашего сына буквально в первые годы. Да, вот сколько здесь Валерия? 3-4. 3-4 годика. То есть он родился абсолютно здоровым? Нет. Генетики говорят, это врожденное заболевание. Да. То есть до какого-то момента Валера рос, в принципе, таким обычным ребенком? Обычным, но очень слабым. Но он мог ходить? Не ходил уже в 2 года, в 3 уже не ходил. До годика ходил, потом только стоял, держась, потом и стоять перестал. Так. Нельзя было делать прививки. Но никто же этого не знал. 30 лет назад и до сих пор болезнь не изучена, лечению не подлежит. И делали прививки. Прививки, они провоцирует это заболевание. Поэтому пошел быстрый прогресс. Ребенок тогда уже не сидел, а тут перестал стоять. Дальше пошло искривление позвоночника, сильнейшее. Пытались это остановить корсетами, но это очень болезненный процесс, ему и так везде больно и трудно, что, видимо, он не смог. А как сам Валера воспринимал тогда, что происходило с его телом, будучи ребенком, еще подростком? Он даже ни о чем не спрашивал. Он был окружен любовью, друзей, родных. Потом стал настолько умным и мудрым, что уже не спрашивал. То есть эта болезнь никак не повлияла ни на развитие Валеры, ни на его... Интеллектуальное никак. Ну, по крайней мере, мы старались, чтобы не влияло. Получается, что при этом диагнозе мозг сохраняет все свои функции, все свои интеллектуальные способности, а тело, оно как будто бы высыхает? Да. Сохранен интеллект при вот таком теле. А сколько врачи давали вашему сыну? 3 года, 5 лет, максимум 7 лет. А сейчас ему? А сейчас ему 31. И он вполне себе успешный человек. Да, вполне. За последние годы тело Валеры поменялось? Нет. Когда мы разговаривали со специалистами, он просил, сделайте что-нибудь, чтобы не так прогрессировало заболевание. Врач говорит, тебе уже хуже не будет. Но он теряет какие-то способности физические сейчас, вот за последние годы? Видимо, да, потому что когда-то на коляске он мог крутить колеса. Угу. А сейчас только с коляской на пульте управления пультом. То есть у него отказывают руки? Слабеют, совершенно слабеют, да. Из-за этого своего состояния... Валера решился на такую уникальную операцию. Он хочет хотя бы обслуживать себя самому. Больших надежд мы не питаем, и иллюзий тоже. Может быть, все-таки еще не поздно отговорить Валеру. Правильно ли это? А почему бы и нет? Возможно, ваш сын делает потрясающий, колоссальный вклад в мировую науку. Потому что я понимаю, что он очень сильный, мощный человек. Сергей. Мощный, да, правильное слово мощный. Несгибаемый, идет до конца. Пока эта возможность есть, раз она есть, я считаю, что ее нужно использовать. Вик, что вы думаете? Когда меня пригласили на эту программу, я... Услышав тему, я была в шоке. Я не понимала, как это возможно вообще. Что-то из рода фантастики, знаете. Но сейчас, вот слушая вас, я тоже вас поддерживаю. Спасибо. Реально, нужно попробовать. Вопрос. А почему он вам не сказал, почему он с вами не посоветовался? Видимо, не был уверен еще. В вашей поддержке? Нет, что это будет именно он. Может быть, щадил, что он и делает постоянно, я уже замечаю. Потому что я, например, сомневаюсь. У меня есть сын, я вот сейчас сижу и думаю, согласна бы была я. Конечно, он бы меня тоже, наверное, в конце концов не спросил, да, приняв решение. Да, 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 да. Но я сомневаюсь, потому что это, конечно, потеря, может быть. Простите, каждый отвечает сам за себя, понимаете? Мама отвечает за себя, а сын отвечает за себя, понимаете, у каждого своя жизнь. Но все равно биться-то за родного, близкого человека все равно до конца. Нет, понимаете, все равно человек решает сам. Лиз, что думаете? Мне нравится позиция Виктории в том отношении, что очень интеллигентная такая позиция по уважению действительно мнения другого человека. Хотя понятно, что риски действительно большие. А у вас есть еще детки? Есть. Старшему 42 года, этому 31, и мне 67. Вы выглядите просто потрясающе. Олег, вы так скептически все-таки сейчас слушаете, наблюдаете и время от времени так качаете головой. Профессия такая, Алексей. Я просто восхищаюсь, сколько вы дали любви, но не поглотили сына. Вы создали идеальную ситуацию любви, но вы его отпустили. Вы приняли... решение, чтобы он решал. Вот эта сепарация, не поглотить своей любовью, не задавить своего ребенка своей любовью, потому что я мама, я решаю все, он для меня единственный. Вы очень мудрая женщина. Но, тем не менее, Антон, я знаю, что вы сегодня вместе с мамой со своей приехали. Да. Пани Наталья, а вот вы как к позиции Виктории относитесь? Я категорически бы отказалась. Почему? Ну, сына пускать под нож, и неизвестно, что с ним случится. Но ведь это его решение. Ну, я бы не поддержала. То есть вы бы его всячески отговаривали? Да. И что вы сейчас готовы сказать Виктории в связи с этим? Ну, Виктории тоже хочу сказать, что рисковать сыном я бы не рисковала. Какой он есть, как он живет, пускай бы жил дальше. Но с другой стороны... У него был бы шанс правильно? 100 лучших врачей мира. Ему бы говорили: Антон, вы сможете самостоятельно ходить, вы сможете двигать руками, вы сможете ухаживать за собой и строить свою новую жизнь. А тут вы, мама, говорите: нет, не дам сына под нож. Ничего себе любовь называется. Лишь бы только около меня, что ли, был? Ну, просто это риск, большой очень риск. Антон, мама не эгоистична сейчас в своем высказывании? Алексей, понимаете, каждый человек, который рожден, индивидуальная личность сама по себе. У каждого есть своя судьба, жизнь, независимо от тела. И он вправе сам выбирать, как прожить. Даже в таком теле. Ну, ребята, даже за 5 лимонов я бы не согласился. На эту операцию? Да. Почему? Я не хочу. А зачем? Вик, а вы бы согласились на такую операцию? Я, наверное, тоже нет. Почему? Я просто понимаю, что, конечно, бывают моменты тяжелые, разные. Но у меня есть много знакомых, которым намного хуже, чем мне. И знаете, я вот когда смотрю на них, я каждый раз благодарю Боженьку за то, что я живу именно так. Действительно, у меня все хорошо, поэтому я бы на такой шаг не пошла. Но все-таки нет. Нет. А вы знаете, что эта операция, она ж не решит их проблем? Потому что их заболевания это генетические, идет нарушение гена. Но если будет новое тело, оно же будет с другими генами. Ну, а почему вы хотите решили? Сказать, что это тело тоже может каким-то образом изменяться? Начать изменяться? Видоизменяться? Ну, а почему нет? Послушайте, а гены где они у нас? В голове находятся, что ли, которая останется? Гены везде у нас находятся. Ген находится в каждой клетке организма. А батюшка весьма, насколько я понимаю, скептически к этому, ко всему относится. А вот вы поддерживаете, разделяете мнение Виктории в том, что мама не отговаривает сына от этой весьма все-таки опасной операции? Ну, я бы сказал, что это недопустимо. Потому что Господь своей благодати может совершить любое чудо. И свои силы человек должен направить вот в это русло. Прошу вас, Александр. Все эти заболевания нейрогенетические. Вы не сказали Кюгельберга-Виландера, да, у него? Вернига-Гофмана. Вернига-Гофман – это генетическое заболевание, которое с преимущественным поражением передних рогов спинного мозга. Может новое тело измениться? Не может. Не может. Вы слышите? Передние рога спинного мозга. Спинного. То есть от тела. Он в теле находится, да, а не в голове. Есть страдает уровень спинного мозга. Нарушение иннервации приводит к дефекту опорно-двигательного аппарата и мышечному дефекту. Все. То есть получается, что если действительно пришить голову к новому телу, то эта болезнь перестанет тебя преследовать? Можно это допустить. Сегодня у нас программа крайне эксклюзивная. Впервые на украинском телевидении наш главный сегодняшний герой. Тот самый парень, о котором сейчас говорит весь мир. Он, возможно, станет первым в мире человеком, которому пересадят голову на новое тело. И произойти это может уже через год. Мама Валерия Спиридонова приняла решение своего сына. Но почему лучший друг все-таки отговаривает Валеру от этого шага? Михаил, идите сюда, пожалуйста. Прошу вас. Значит, вы-то все-таки против того, чтобы Валера делал эту операцию? Да. А сколько лет вы дружите? Ну, 30 лет уже. Ого, порядочный срок. Вы могли когда-нибудь подумать, что ваш друг станет такой вот мировой сенсацией? Нет, конечно, не мог подумать. Вот. Но я не удивился, когда услышал эту новость, по той причине, что Валера, он такой сильный и очень самостоятельный человек. Но риск того, что эта операция может быть дорогостоящей эвтаназией, очень высок. Михаил, вот в детстве Валера каким был? Очень активным, живым. Ездил на велосипеде трехколесном, сажали его, и он по квартире ездил. Еще маленький был, еще были силы у него в ножках, там, ручках. То есть, имея свою особенность, он пытался быть таким, как все? Да, он не только пытался, он и был таким, как все. очень такой веселый, где-то очень был сообразительный, ну, как все нормальные, обычные детки. Действительно, Валера никогда не говорил о том, как ему сложно? Нет, никогда. У него очень большая любовь к жизни. Вот это вот его решение, Миш, как вы думаете, чем оно все-таки продиктовано? Ну, мне кажется, что доктор Канаверо, он дал некую надежду, что он может ходить и быть полноценным. Вот это его, видимо, подвигло. Но, значит, если все-таки сейчас Валерий решился на эту операцию, значит, он не принял себя таким, какой он есть? Я полагаю, что, конечно, у него есть какие-то противоречия, там, должно так быть, потому что его состояние – это его состояние. Допустим, человек, который ходит, это совсем другой. Алексей, возможно, Валера просто новатор. То есть человек, который, если он видит, что, возможно, что-то новое, то он идет к этому. Такой, знаете, коперник, который хочет сгореть на костре инквизиции? Я вообще считаю, что это своеобразные такие опыты на людях. Мы вообще понимаем, что это первый опыт, и он идет как подопытный кролик. Но, с другой стороны, людям свойственно стремление совершенствоваться. Свет. Любой человек, он хочет быть лучше. Это нормально, улучшать свое физическое тело. Ну, значит, Вика не хочет быть лучше. Вика тоже над собой очень сильно работает. Вы смотрите, Вика же не пришла без макияжа, без красивого платья. Человек всегда хочет стремиться к совершенству, чтобы больше нравиться. Я уверена, что он хочет нравиться женщинам, и это нормально, потому что это естественно. Нет, это не так. Просто человек – это социальное существо. Оно живет среди людей, оно всегда себя сравнивает. И тем более он жил в любви, это очень важно. То есть его не травили, не загоняли, не изолировали. Его, наоборот, подталкивали к друзьям. Но есть автоматическое сопоставление. Мы с тобой классные интеллектуалы, но ты взял и на своих ногах ушел, а я остался. И вот это сопоставление, конечно же, формирует определенные комплексы. Человек пытается бороться. Но к своим 31 году Валерий стал абсолютно успешным человеком. Закончил школу с золотой медалью. Стал потрясающим программистом, насколько я знаю. Да, влился в общественную работу, в общественную деятельность. Более того, интересно, что он абсолютно экстраверт. Но что вот он не замыкается в себе. А вот, как я понимаю, что он с самого детства действительно тянется к общению, тянется к людям. И это действительно заслуга мамы, кстати, во многом, потому что... А мне кажется, что он обладает, наверное, может быть, большими мозговыми там способностями, чем мы, простые смертные. Не безусловно, знаю, как это так оно и есть. Давайте-ка сейчас проиллюстрируем ответ Михаила, такой лаконичный. Посмотрим, какую графику Валерий создает для зарубежных компаний. Внимание на экран. Получается, что первый в мире человек, который согласился на эту сенсационную, уникальную операцию по пересадке своей головы на новое тело, делает вот такую вот графику лишь одной рабочей рукой. Вот большими пальцами опирается, а этими двумя работает, и все. Двумя пальчиками. Слушайте, мне прям стыдно за нас, как Света сказала, нас смертных. Мы сидим, извините, то у нас голова болит, то мы ноем, у нас там что-то в личной жизни не так. А человек, вот он вообще, он максимально показывает, что может сделать человек, даже обладая минимальными способностями. Просто хотелось бы, чтобы все мы об этом задумались. Минимальными возможностями, я бы сказала, не способностями, да. А способности там как раз необыкновенные, да. Итак, парень, который стал мировой сенсацией, оказывается, может даже больше, чем многие его сверстники, у которых не было подобных проблем со здоровьем. Валерий стал программистом, общественным деятелем и даже депутатом. И сейчас он может стать первым человеком, который получит новое тело. Однако, каким будет это новое тело? Кто отдаст его Валерию? И чем закончились подобные эксперименты над животными? Сколько животные прожили в своих новых телах? Это эксперимент. Однако наука состоит из экспериментов. Вот тогда мы и погибаем, по большому счету. Это ведь сложнейшая вещь. На полчаса отключить мозг, заменить, включить. Это даже круче, чем запуск в космос. Как вам вообще пришла в голову эта мысль? Не может. Оно не может. Подождите, а сюжет нам говорит о противоположном. Да, вы не боитесь этого, Валер, сам-то? Михаил, а как вы, кстати, представляете своего друга в новом теле? Ну, сложно. Сложно, потому что сложно поверить, что вообще он станет на ноги. Ну, человеку свойственно фантазировать, мечтать. Я не допускаю вот этих вот фантазий. Давайте сейчас используйте возможность. Вот, значит, получил ваш друг новое тело. Куда вы пойдете вместе с ним? На рыбалку. На рыбалку. А в футбол играть? А это уже как он там по состоянию. И в футбол сыграем. Но на рыбалку прежде всего. Да. Действительно, вот фантазии. Но ведь когда-то операции по пересадке сердца тоже считались чем-то прямо запредельным. Давайте обратим внимание на экран. Відомо, що перший пацієнт, якому пересаджували серце, помер просто на операційному столі. Другий прожив 17 годин. Потім почалася реакція відторгнення. Першу в світі успішну операцію в 1967 році провів хірург Крістіан Барнард. 55-річний пацієнт прожив 18 місяців. Це стало точкою відліку. Нині у світі проводять близько 4000 таких операцій. Світовий рекорд за тривалістю життя з пересадженим серцем належить американцеві Тоні Х'юзману. З донорським органом він прожив понад 30 років і помер від раку шкіри. Все-таки люди живут с пересаженными, к примеру, сердцами. И, возможно, сейчас мы уже достигли того уровня, когда человеку пришивают новое тело. Но Валерий может стать человеком, который действительно окажется жертвой этого эксперимента. А что вы думаете, кстати, уважаемые наши зрители? Стоит ли все-таки, Валерий, идти на такую рискованную операцию? Присоединяйтесь, пожалуйста, к нашему разговору и комментируйте все происходящее здесь у нас в студии, на наших социальных страницах, в социальных сетях, на нашем сайте в интернете. Спасибо вам огромное. Эксклюзив, говорит Украина. Человек, поступок, решение которого обсуждает сейчас весь мир, приехал в Украину. Впервые. Только здесь, в студии ток-шоу «Говорит Украина», Валерий расскажет, почему он решился на такой поступок, который многие, включая медиков, называют настоящим безумием. Встречайте, пожалуйста. Я рад вас видеть, приветствовать здесь. Спасибо вам, что пригласили. Спасибо вам, что вы откликнулись на наше приглашение, потому что для нас, конечно, это очень почетно. Валер, вы, конечно же, поразили весь мир своим дерзким решением. Вы оцениваете все эти риски, на которые идете? Мы оцениваем риски, мы оцениваем возможности. Мы проводим большое количество опытов, тестов и экспериментов. Их количество сегодня перевалило за 1000. Мы собираем данные, и мы делаем все, чтобы повысить вероятность успешного исхода. Но вы первый человек, который решился на такую операцию. Это все равно эксперимент. Это эксперимент. Однако наука состоит из экспериментов. Без них невозможно двигаться вперед. Кто-то должен сделать первый шаг. Это всегда трудно, это всегда страшно. Если мы этого не сделаем, мы никогда не сможем лечить большое количество заболеваний. Мы рассчитываем, что это будет открытие технологий, способной помочь очень многим людям. То есть это будут разработаны новые материалы, новые лекарства, новые средства реабилитации. Пока ощущение такое, что мы больше беспокоимся о вас, чем вы за себя. Внимание на экран. 4 години з Володимира до Москви і ще 12 годин у потязі Москва-Київ. І ось Валерія Спиридонова журналісти програми «Говорить Україна» зустрічають на столичному вокзалі. Здравствуйте. З приїздом вас. А в Києві не було рівно лет 20. А помните что-то? Почти ничего нет. Я пока еще не успел посмотреть город, но то, что я видел, меня приятно удивило, и я в восторге от окружения, конечно. Потому что я жил не в самом Киеве, я жил в пригороде Киева, в городе Васильков. Друзья остались в Украине? Да, конечно, остались. Вот со мной приехал один из них. Он мне помогал всю дорогу, и, я надеюсь, будет помогать обратно дорогу. А так здесь большое количество, потому что, ну, треть жизни прожита здесь, да. Валерій Спиридонов щодня одержує сотні листів із запрошеннями на різні телеканали. Журналісти з усього світу намагаються зустрітися з першою людиною, якій пересадять голову на чуже тіло. І сьогодні Валерій уперше погодився приїхати до України, де майже 30 років тому йому поставили страшний діагноз. И этот диагноз на всю жизнь изменил ваше тело. Да. Мне проще, потому что я не знаю, каково быть другим. Я всегда был готов работать с тем, что есть. Поэтому... Вы хотите быть другим? Я думаю, что это будет полезно не только мне, но и тем людям, которые меня окружают, потому что это позволит упростить, наверное, заботу обо мне. Сегодня я нуждаюсь в ней очень сильно. Поэтому переложить ее с плеч других людей на свои собственные... Это является нашей целью. Валерий, а каким вы видите себя новым? Мы можем, конечно, строить большое количество иллюзий о том, что будет в самом удачном варианте. Я знаю, что у меня будет масса дел после этой операции. Одним из них будет покупка мотоцикла, непременно спортивного, да, и поездка потом по побережью Украины, других стран, потому что, пожалуй, эти ощущения одни из немногих, которые я сегодня для себя действительно не могу позволить. То есть ваш друг ошибался, Михаил, когда говорил, что первым делом вы на рыбалку пойдете. Вы первым делом вы поедете. Мы поедем на рыбалку на мотоцикле. Мы поедем на рыбалку на мотоцикле, конечно. Ага. Все-таки, каким вы себя тогда видите в 2017-м? Наша объективная цель в том, чтобы человек, перенесший эту операцию, мог самостоятельно передвигаться, сам себя обслуживать. И в дальнейшем мы сможем с помощью фитнеса, диеты привести его в ту кондицию, которая нам необходима. Поэтому это просто должно быть тело чуточку здоровее, чем то, которое у меня сегодня. Но вы бы хотели спортивное, накачанное? Конечно, я сторонник здорового образа жизни, любитель красивых вещей, окружения, поэтому... Безусловно, наверное, да. В нашей студии абсолютно мужественный человек, который принял наше приглашение и появился здесь, в студии ток-шоу «Говорит Украина», вообще впервые на украинском телевидении. Валерий Спиридонов решился на очень рискованный, ответственный шаг. Он согласился стать первым человеком, которому... пересадят его голову на новое тело. Дата операции уже назначена. Это декабрь 2017 года. Около сотни врачей со всего мира будут принимать участие в этой уникальнейшей сенсационной операции. Но сколько прожили животные, которым делали такие операции? На ком сейчас тренируются китайские врачи, которые готовятся к этой самой операции? Голова существовать без тела может. Душа – это не так важно для меня сегодня. То есть, существование души вы не верите. Потому что мы здесь такие красивые, рассуждаем от души. Есть возможность, значит, она дана Богом. Сколько бы жизней не было спасено, сколько бы людей умерли. Кто вам повернет душу? Хирург? Валер, а часто вы вообще думаете о смерти? Никогда. Я не успеваю об этом думать, потому что количество работы, которую я сегодня веду, не оставляет времени на глупые ненужные мысли. Но вы ведь понимаете, что это игра со смертью, эта операция? Безусловно. Мы сделаем все, чтобы выиграть. Насколько много вы знаете вообще о возможностях пересадки головы на новое тело? Дело в том, что я глубоко погружен в историю этого вопроса, поэтому я много читал. Я знаю о профессоре Владимире Деміхове, первому человеке, который делал успешные пересадки, трансплантации органов собакам. Это было в далекие 50-е годы. Он же первым сделал трансплантацию головы от одной собаки к другой, доказав таким образом, что отделенная голова способна жить, способна быть присоединенной к другому телу, функционировать. Я также знаю об опытах другого хирурга, американца Роберта Уайта, поэтому я знаком с этой темой с самого детства, на самом деле. Ну вот давайте поподробнее на каждом из этих моментов остановимся. И начнем с собаки, которые пришили мордочку щенка. Я прошу, если у вас слабые нервы, отойти сейчас от экранов. И, наверное, все-таки и детей надо убрать. Обрати внимание на экран. Радянського вченого Володимира Деміхова вважають одним із засновників світової трансплантології. У 1954-му він приголомшив весь науковий світ своїми двоголовими собаками. Деміхов пересаджував голову цуценяти на тіло дорослого собаки і об'єднував їх спільним кровообігом. Друга голова жила власним життям, їла і навіть намагалася вкусити дорослого собаку за вухо, коли той лягав чи вставав, і робив цуценяті боляче. Один із піддослідних собак прожив у лабораторії майже місяць. Так учений довів, що пересадка голови можлива, і мозок продовжує жити, якщо його приєднати до кровообігу. Поглянути на хірургічне диво і постажуватися у Деміхова приїжджали лікарі з усього світу. Для обсуждения вот этого конкретного случая я прошу присоединиться к нам доктора Александра Дзюбу. Доктор, прошу вас. Значит, вот смотрите, была пришита голова, но эта голова ничем не управляла, она была сама по себе? Ну, естественно, для того, чтобы голова работала, в первую очередь надо нормальное кровообращение. Если головному мозгу давать нормальное количество питательных веществ, кислорода и так далее, голова будет жить. Голова профессора Дойля. Несомненно. Так и есть. Туловище умерло, а голова может компенсироваться за счет кровообращения и питания. Но если голову пришить к новому телу, будет ли это тело послушно управляться этой самой головой? Это обратная функция. Может ли головной мозг регулировать тело? Эти процессы, в общем-то, намного сложнее. Надо, чтобы произошло восстановление нервной ткани. Может ли головной мозг полностью руководить телом? У меня, например, есть сомнения. Так или иначе, в декабре 2017-го будет все-таки вроде как проведена эта операция по пересадке головы на новое тело. Как она будет проводиться? Я хотел бы сейчас обратить наше общее внимание еще на один научный эксперимент, который проводился в 28-м, что ли, году ученым Сергеем Брюханенко. Он тогда пытался оживить голову собаки. Внимание на экран. Наукой давно установлено, что органы и ткани животных, изолированные от целого организма, можно поддерживать в живом состоянии. Голова животного тоже может жить в изолированном состоянии. Вот схема опыта. Из резервуара артериальный насос нагнетает в голову артериальную кровь, а венозный откачивает венозную кровь. В резервуаре, куда беспрерывно поступает кислород, кровь артеризируется. Искусственное кровообращение обеспечивает необходимый для жизни головы обмен веществ. Изолированная голова живет часами и реагирует на внешние раздражения. Изолированная голова реагирует даже на свет и на звук. Тут, в общем-то, ничего удивительного нет. И то, что реагирует на свет, это реакция. Это нормальная физиологическая реакция, зрачковая реакция, слуховая. И голова существовать без тела может. Но сможет ли голова, я по-народному буду говорить, руководить телом? Вот главный аспект. Но эксперименты, в частности, над животными и над собаками были запрещены, к примеру, в Советском Союзе, потому что это считалось крайне негуманным. Но в мире продолжали проводить подобные опыты над животными. И один из последних подобных экспериментов, опытов был проведен как раз в этом году. Внимание на экран. Першу порівняно успішну операцію з пересадки голови мавпі провів американський нейрохірург Роберт Уайт 1970 року. За різними джерелами примат прожив від 2 до 9 днів. Повторити успіх американця змогли лише цього року. У січні 2016-го було оголошено, що китайські вчені з Харбінського університету успішно пересадили голову мавпи на інше тіло. Одначе, як зазначають самі дослідники, на цій операції вони відпрацьовували технологію пересадки, яка б дала змогу уникнути відмирання мозку. Тварина з пересадженою головою прожила 20 годин. Далі її всипили з етичних міркувань. Доктор, ну возможно все-таки или невозможно успешность этой операции? В принципе, развитие трансплантологии сейчас на таком уровне, что пересаживают не только орган или его часть, но и пересаживают печень, пищевод, желудок, поджелудочную железу, кишечник, все одним блоком, и две почки. И если рассматривать вот этот случай пересадки головы, технически сегодня эта операция возможна. Самое главное, чтобы нейроны проросли спинного мозга, тогда бы мы спасли много очень спинальных больных. Вернули бы сотни людей к движениям, к жизни. Доктор, если вы говорите, что технически эта операция возможна, то почему тогда до сих пор еще никому не пришили голову к новому телу? Потому что человек – это существо социальное, и мы живем в обществе, и нужно решить вопросы медицинские, этические и философские. Ну, я боюсь, что, конечно, до философских вопросов мы сегодня не дойдем. А вот социально-этические моменты мы, конечно, сейчас и должны будем затронуть с подачи нашего уважаемого эксперта. Итак, впервые в Украине, только здесь, в студии ток-шоу «Говорит Украина», человек-сенсация. Парень, который решился пересадить свою голову на чужое тело. Это позволит упростить заботу обо мне. Сегодня я нуждаюсь в ней очень сильно. Мама Валерия смирилась и приняла решение сына и, конечно же, поддерживает Валерия. У меня не бывает уныния, бывает только отчаяние, что я вот не могу ему помочь сейчас. Пока эта возможность есть, я считаю, что ее нужно использовать. Но близкий друг Михаил отговаривает Валерия. Эта операция может быть дорогостоящей эвтаназией. Мы с тобой классные интеллектуалы, но ты взял и на своих ногах ушел, а я остался. Сам Валерий прекрасно понимает все риски и готов войти в историю как первый в мире человек, которому пересадили голову на другое тело, даже если, не приведи Господь, операция будет печальной. Кто-то должен сделать первый шаг, это всегда трудно, это всегда страшно. Может ли головной мозг полностью руководить телом? Ну, у меня, например, есть сомнения. Но где пройдет эта операция, которая назначена на декабрь 2017 года? Какое тело готовит для Валерия и что нам скажет врач, которым первым в мире рискнет сделать эту операцию? Итак, гуманно ли то, на что идет, собственно, наш главный сегодняшний герой Валерий Спиридонов и те самые врачи, которые готовы провести этот эксперимент, пересадить голову Валерия на новое тело? Узнав о том, что к нам приезжает уникальнейший человек, поговорить с Валерием захотели не только врачи, но и еще один наш герой. Потому что этот наш гость уверен, что подобные операции необходимо запретить. И ему есть что сказать в доказательство своей позиции. Встречайте, пожалуйста, отец Михаил. Здравствуйте. Почему вы считаете, что пересадку головы на новое тело необходимо запретить? Першу хотів би зазначити, що це буде моя особиста позиція, і вона може мати в моїй позиції деякі помилки. Саме перше, я хотів вас запитати, Валерій, ви вірите, що людина, окрім тіла, має ще душу? Нет, у меня к этому более простое отношение. Я считаю, что я исключительно часть материи, я в землю потом уйду, и ничего больше после этого не останется, если я не сделаю чего-то важного в своей жизни. Если я это сделаю, после меня останется работа, воспоминания, надеюсь, что добрые. А душа – это не так важно для меня сегодня. То в существование души вы не верите? Нет. И в загробное житие також вы не верите? Нет. И в воскресенье будущего тоже не верите? Я думаю, что я сегодня не делаю ничего такого, что мне препятствовало бы попаданию в правильные места после смерти. Вот сейчас прервемся здесь, а пока обратим внимание на экран. Провівши операцію з пересадки голови мавпі, американський хірург Роберт Уайт розпочав підготовку до операції з пересадки голови людині. Хірург навіть знайшов хворого пацієнта, який погодився на таку ризиковану операцію. Першим у світі добровольцем став американець Крейг Ретовіц, який був прикутий до інвалідного візка протягом 30 років. Але Уайта бентежило питання етики. Як відреагують представники різних релігій на можливість пересаджувати голову? Хірург подався до Папи Римського. І разом вони дійшли висновку, що душа людини перебуває в голові. Тож, діставши нове тіло, людина залишиться собою. А от Російська православна церква виступила проти такої операції, дізнавшись про фантастичні плани Канаверо. Адже, на думку більшості, змінивши тіло, людина стає такою, яким був її донор. А протоієрей Всеволод Чаплін узагалі впевнений, що заможні люди, мріючи про земне безсмертя, почнуть користуватися тілами здорових або ж узагалі почнуть вирощувати спеціальні людські істоти, щоб мати для себе змінне тіло. А дискусія, де перебуває людська душа, в тілі чи в голові, триває й досі. Отец Михаил, так вы хотите сказать, что Валерию необходимо бояться потерять не жизнь, а душу? Звичайно, є така цитата Святого Писання, Господь сказав Ісус Христос, яка користь людині, яка збереже життя, а душу свою занапастить, що людина може дати взамін за свою душу. Вам лично известно, где находится душа? Розумієте, це можуть бути гіпотези, я особисто не хочу стверджувати. Я запитував лікарів, які проводили операції. Дехто каже, що всередині, дехто каже, що в голові. На мою думку, душа знаходиться разом з усім тілом. Душа виходить з тіла людини під час фізичної смерті. Ви практично припините існування, потім вам дадуть друге тіло. Хто вам поверне душу? Хірург? Ви самі її назад помістите в своє тіло? Нет, подождите, вы же сказали, что душа находится повсюду. Она находится, в частности, в голове. А может, она вернется в новое тело? Если после клинической смерти человека к нему возвращается его душа? Может, она вернется в новое тело? Он же не умрет, он жив останется, по сути. Она осталась в голове, он же не умирает. У него будет жизнь, будет душа. А вот интересно, батюшка с батюшкой согласен или нет? Я к вам иду. А вы что полагаете? Может, она действительно в голове, душа-то? Душа находится во всем теле. И в голове тоже. И у Валеры сейчас единственный возможный шанс, который он использует. И душа переместится, распространится на все его новое тело и заполнит ее, как заполнила она сейчас к его 31 году. Нет, душа – это цельная субстанция. Она равномерно распределена. Она находится везде. Скажите, пожалуйста, отец Михаил, трансплантация органов – это тоже плохо? Звичайно, людина просто не розуміє сутність свого земного життя. Життя нам дається раз по Божій волі, по бажанню наших батьків. І ми повинні це життя прожити достойно, щоб пристати на суд. Обов'язково ми всі помремо, в свій час кожен, будемо очікувати воскресіння з мертвих. Но мне кажется, Господь учил нас быть сильными, идти и развиваться. И мне кажется, что если бы, к примеру, не та самая трансплантация, то сколько бы жизней не было спасено, сколько бы людей умерли. Алексей, есть еще такой момент. Мы же тоже можем говорить, Бог послал человеку эту возможность. Почему мы так не смотрим на эту историю? Ведь Господь послал эту возможность. Или кто? Или орган, который для трансплантации. Да. Так, давайте-ка обратим внимание на экран. Активні експерименти з пересадкою органів почалися на рубежі 19-20 століть. Учених-новаторів називали «божевільними». Але вже до кінця 20 століття операції з пересадки серця, нирок, печінки, легень, рогівки та інших органів упевнено ввійшли в медичну практику. Наука пішла далі. 1998 року французи провели першу пересадку кінцівки. У 2005-му індійські хірурги пересадили жінці яєчники. А за рік у Китаї зробили трансплантацію статевого органа чоловікові. Революційну операцію 2010-го провели в Іспанії. Там уперше пересадили обличчя. А наступного року в Іспанії вперше пацієнтові пришили донорську ногу. Те, що колись вважали фантастикою, тепер рятує мільйони життів у всьому світі. Итак, та самая операция, когда голову человека пришивают к новому телу, которую планируют провести в декабре 2017 года, церковь совершенно не одобряет, потому что с новым телом можно потерять свою душу. Но что происходит с человеком, который уже давно живет с чужими пересаженными органами и кто уже записался в очередь на операцию по пересадке тела? Это не наука, не подтвержденная, вот. Один факт выделен вот. И так далее. То есть это измышлизм средств массовой информации. Да. Абсолютно. Да. Вам могут пересадить тело человека, которого приговорили за серьезное преступление к смертной казни. Да вы нырните в эти тела, ребята. И тогда поговорите с позицией этого тела. То есть мама, к примеру, может потом вообще не узнать сына? Я вот, кстати, сейчас совершенно не хочу сравнивать, что важнее, душа или жизнь. Но мне кажется все-таки, что если речь идет о спасении жизни, то этим надо воспользоваться. Или я не прав? Пока есть возможность, обязательно нужно ею пользоваться. Потому что, когда мы находимся в инфантильном состоянии, вот тогда мы и погибаем, по большому счету. Есть возможность, значит, она дана Богом. Можно же и так сказать. Абсолютно согласна. У меня просто вопрос к Валерию. Валерий, вот как вам вообще пришла в голову эта мысль? Я думаю, что где-то лет с 10 я уже понимал, что такая технология рано или поздно будет доступна. Поэтому появление Серджіо Канаверо в 2013 году по новостям для меня стало довольно предсказуемым и ожидаемым моментом. То есть я не стал долго думать, я с ним связался, предложил ему свое волонтерство в любом качестве. И мы вот с тех пор работаем вместе. Насколько я понимаю, вы практически большую часть жизни в таком состоянии и не можете двигаться. Как будет справляться мозг с телом, не имея опыта движения? Ну, в принципе, в основе всей жизнедеятельности стоит реакция. Если есть импульс, импульс идет, это рефлекторно, как ток. Как электричество. То есть оно будет нарабатываться? Оно может наработать. Рефлекс пошел, рука согнулась. Рефлекс пошел, рука разогнулась. Вот Валерий изучил же этот вопрос. Занимаясь изучением этого вопроса, мы задействуем виртуальную реальность, симуляторы, в том числе с использованием компьютерной графики. И пациент будет подготовлен как визуально, так и мы будем получать данные с его мозга через электроэнцефалографию. Мы будем пересылать их в компьютер. И персонаж в компьютере будет двигаться. Пациент сможет смотреть его глазами на мир, управлять им. И таким образом мы надеемся, что мы адаптируем мозг к новому телу. Это даже круче, чем запуск в космос, я могу сказать. Вы развиваете те участки мозга, которые должны у вас в будущем отвечать за движение. Абсолютно верно. А вот, кстати, Валер, что говорит по поводу тела? Кто будет донором? Известно ли это? Вот мне тоже эта так тема интересна. Я сижу всю передачу, думаю про то, что это ж, например, этот человек еще где-то жив, и он же не знает, что ему голову пересадят. Естественно, никто не готовит донора сейчас. Сейчас это не имеет никакого смысла. К сожалению, большое количество людей сегодня гибнет от несчастных случаев. После аварии, после смерти мозга, от рака мозга, например. Да, кстати, в некоторых странах еще не отменена смертная казнь. Поэтому, так или иначе, донор будет найден. И я думаю, что это сегодня не такой сильный этический вопрос, и не принципиально он отличается от любой другой трансплантации. Единственное, есть техническое ограничение, что это будет донор той же расы, которой является пациент. Но это чисто связано с биологией. Послушайте, Валер, а вот смотрите-ка, вот вы сказали, что в некоторых странах не отменена смертная казнь. То есть вы, в принципе, не исключаете, что вам могут пересадить тело человека, которого приговорили за серьезное преступление к смертной казни? Да, конечно, абсолютно. Ну, это же, мне кажется, как-то... Ну, не знаю. Противно, мне кажется, как-то. Если у маньяка убрать голову, то реакцию на убийство человека команд не будет. А мышечная память? Нет. Двигательная память, опять же. И вместо создания потрясающей графики вот этой, Валера вдруг начнет совершать другие движения. А вы обратили внимание, собственно, какая графика была? Валер, вы извините, я сейчас начну вас анализировать при вас. С большим удовольствием. Я просто обратил внимание, что вы делали. Вы делали пространство и вещи, которые не позволяют. Я очень символично понимаю, что в вашей голове заложено вот это пространство, свобода. Более того, вы человек системы. Я обратил внимание, что вы ни разу не сказали «я». Вы говорите «мы». Вы говорите о людях, которые вокруг вас, которые с вами, которые в системе, которые вы изучили, которым вы доверяете. Вы создали новую семью. Вы человек-логик. Вы типичный пример, который говорит «мы – это наш мозг». Вы, возможно, единственный среди всех нас понимаете, что вы делаете. Потому что мы здесь такие красивые, рассуждаем о душах, о гуманности. Да вы нырните в эти тела, ребята. И тогда поговорите с позиции этого тела. Когда вам говорят 3 года вам жить. Ну ладно, 5 как-то протянули. 30 дожил. Супер. Валера, я вас поддерживаю. 31, Олег. Внимание на екран. У трансплантології відомі випадки, коли пацієнтам, які дістали донорські органи, важко до них призвичаїтися. Відомі й випадки зміни поведінки, звичок. Інколи доходить до психічних розладів. Так, американка, яка ніколи не вживала алкоголь, після пересадки печінки почала пити пиво. Пенсіонерка після заміни серця пристрастилася до реп-культури. Американська модель Лінсі Ес у 24-річному віці через страшний сепсис втратила ноги та руки. Довгих 4 роки дівчина чекала на трансплантацію. А коли мрія здійснилася, вона боялася навіть поглянути на свої нові руки. А новозеландець Клінт Холм не зміг зріднитися з новою рукою і через 3 роки попросив лікарів відтяти її. Я вот все-таки хотел бы вернуться к телу возможного, к примеру, там, маньяка или казненного смертной казнью преступника, тело которого может достаться Валерии. Как это может отразиться на самом нашем главном герое? Никак. Не может. Вообще никак? Не может. Никак. Это не может. Абсолютно. Оно не может. Вы, это иллюзия. Батюшка точно не может? Подождите, а сюжет нам говорит о противоположном. Да, сюжет говорит, и это же из жизни все. Я как раз хотел еще до сюжета именно поднять этот вопрос, потому что есть свидетельство того, что человеку пересадили сердце, и вдруг у него появились странные видения, желания. Поэтому действительно может оказаться так, что орган может повлиять на сознание человека. То есть мама, к примеру, может потом вообще не узнать сына? Ну, сразу, может быть, это не произойдет, но со временем у него могут вполне появиться какие-то дополнительные, совершенно ему несвойственные черты. Привычки. Да, привычки, да. А вы не боитесь этого, Валер, сам-то? Я привык адаптироваться к тому, что происходит. Думаю, что это будет не главная проблема, потому что проблема, когда возможности ограничены. А когда возможности безграничны, проблема уже существенно меньше. А если вы начнете пить, курить и морально разлагаться? А я уже... Я уже фигу. Да, абсолютно. Смотрите, печень влияет, что человек, да, он устал пить, сердце пиво, влияет, да, там, да, на что-то еще. Соответственно, все органы, что они какую-то память имеют или еще что-то. Это чистые эмоции, это не наука, не подтвержденная, вот. Один факт выделен вот. И так далее. То есть это измышлизм средств массовой информации. Абсолютно. Поймите, вот здесь находится 1 триллион клеток. 1 миллиард нейронов. Каждый нейрон имеет 5000 связей с другими клетками. Вся эта система значительно более сложная, чем космос. Космос – это такая ерунда по сравнению с тем, что вы делаете. Мы сейчас даем эмоциональную реакцию на какой-то один факт. Она начала пить пиво. Извините, дайте мне протокол операции, как что проходило. Это ведь сложнейшая вещь. На полчаса отключить мозг, заменить, включить и так дальше. Какой стресс она пережила? Кто с ней работал? Кто соединял ее психику? Там не только пиво запьем. Скоро все мы это поймем, потому что здесь, в студии, мы буквально на специально приготовленном манекене увидим, как, собственно, будет происходить эта самая уникальнейшая сенсационная операция. Я никогда еще голову с нее не снимал. Будете первый. Да. Ой. Что расскажет итальянский доктор Серджіо Канаверо, который будет проводить эту операцию? Что нам удалось выяснить об этом враче? Кто он? Гений или все-таки шарлатан? Как влияют пересаженные органы на личность человека? Ну и какое решение примет Валерий после того, как узнает всю правду о враче и об операции? Вот мне интересно, кто продает это сердце? Они несут такую фигню только ради шоу. Это ведь можно же соединить? Нет, нет. Почему? Я думаю, может, у меня слуховые галлюцинации. А теперь? Это тело. Стоп! А вы звідки знаете, где треба перерезать? Нам очень важно и интересно было, конечно, узнать, что говорят в мире по поводу этого самого итальянского врача. Соединяй. Вот таким образом. Опа! Вы знищите его, просто знищите. Огдал бы взял, до свидания. Может быть, действительно, итальянский врач пиарится и использует просто-напросто вас. Узнайте все самое интересное и сенсационное первыми. Продолжение разговора завтра в ток-шоу «Говорит Украина» на канале «Украина». Пока! Ми продовжуємо обговорювати найсенсаційнішу операцію майбутнього. Валерій Спиридонов, ексклюзив ток-шоу «Говорить Україна», сьогодні в нашій студії. Він може стати першою людиною в світі, якій відріжуть голову і пересадять на інше тіло. Скептиков всегда много, когда начинается что-то новое, что-то неожиданное, технологически сложное. Цю операцію медики називають проривом і порівнюють із першим польотом у космос. Її заплановано на 2017 рік. Весь світ обговорює, в якій країні проведуть сенсаційний медичний експеримент, якою буде ця нова людина і чи можливо це взагалі. Вся теорія, яка була вивчена за ці 60 років, допоможе нам на практиці. Скептики вже назвали це божевіллям. Мовляв, під час операції цей хлопець просто помре. Але ще 50 років тому так само лякали першого пацієнта, якому пересаджували серце. В першу чергу ми намагаємося достичь 99% впевненості в результаті, а потім вже робити щось серйозне з людьми. Та хто віддасть своє тіло Валерієві? І яке рішення прийме програміст, коли дізнається все про того лікаря, що відрізатиме йому голову? Услышав тему, я була в шокі. Я не думала, як це можливо. А почему бы и нет? Возможно, ваш сын делает потрясающий, колоссальный вклад в мировую науку. Кто вам повернет душу? Я сижу всю передачу, думаю про то, что это ж, например, этот человек еще где-то жив, и он же не знает, что ему голову пересадят. Как это может отразиться на самом нашем главном герое? Итак, мы продолжаем обсуждать историю программиста Валерия Спиридонова, который может оказаться первым человеком в мире, который решился на крайне отважную операцию по пересадке своей головы на новое тело. Мама парня узнала о намерениях своего родного сына одновременно со всем миром, когда Валера сделал это свое сенсационное заявление. И мнения разделились. Одни полагают, что это абсолютная фантастика, что это вообще невозможно. Возможно, а другие уверены в успехе этой уникальнейшей операции, какой в истории человечества еще не было. Первая в мире пересадка головы. Вот тема нашей сегодняшней программы. Это «Говорит Украина» здесь, на телеканале «Украина». Я Алексей Суханов. Здравствуйте. Ну вот сегодня мы должны увидеть своими глазами, как должна проходить эта операция, которая готовится больше 100 докторов во всем мире. Ну и мы нашли также украинского врача, который может получить шанс и оказаться в числе этих 100 докторов, причастных к проведению уникальнейшей операции, которая, еще раз повторю, в истории человечества до сих пор не было. Давайте встретим нашего гостя. Встречайте, пожалуйста. Прошу вас. Андрей, вы тот человек, который абсолютно точно знает, как это, когда твоя жизнь зависит от донора. Правильно? Я прав? Да. Вам пересадили сразу 2 органа, так? Да. Какие именно? сердце и легкий комплекс. Это произошло давно? Это произошло 6,5 лет, в 2010 году. 6,5 лет назад. Внимание на экран. Серцева недостатність. Цей вердикт лікарів Андрій почув у 21 рік. Молодий хлопець не міг бігати, а згодом почав задихатися навіть при ходьбі. Лікарі одразу порадили пересадку. Та донора і операцію довелося чекати цілих 10 років. Я ж не мог ходить вообще без передышки, без остановки, даже в спокойствии, задышка постоянно. Операцію провели в Німеччині, Україна заплатила за свого пацієнта 500 000 євро. Та коли лікарі почали підготовку до операції, виявили, що пересаджувати треба не лише серце, а й легені. І тепер Андрій – єдиний серед українців, кому пересадили одразу 2 органи. После операции сразу первое, что ты поднял пальцы, посмотрел. Вижу, уже нормально, это были синие до операции. Сердце пощупал, у меня было справа, щупаю, уже не слышно, все, налево, уже тут б'ється. Тепер Андрій може вести активний спосіб життя і навіть займатися спортом. Але хто став його донором і ким ця людина була в минулому, чоловік нічого знати не хоче. Это правда, что вы за эти 6,5 лет сильно изменились, и уже вы не тот Андрей, который был до пересадки? Нет, тот же. То есть, подождите, да. Эти чужие органы на вас никак не повлияли? Нет, они как повлияли? А характер у вас изменился как-то? Вы знаете, чьи это органы были? Органы, я не знаю, чьи, это закрытая информация. А вы хотите знать, чьи это органы? Не хочу. То есть вы остались таким самым прежним, да, Андреем? Да. Единственное, что поменялось, что так, я стал жить полноценной жизнью. Легче жить. А вредные привычки у вас появились? Не было и нету. А вот что-то такое, что действительно у вас до этого не было в жизни? Вот вдруг вот вы никогда там не пекли пасочки, а теперь начали печь пасочки? Нет, пасочки я не пек, я не пеку, а вот из спортзала начал ходить. Я до операции не мог ходить, с остановками каждые 5 минут без передышки не мог пройти. Вот. А после операции я чувствовать себя стал хорошо, и за это я начал заниматься для себя просто спортом. А с любовью что у вас? Может, вы стали влюбляться ярко? Ну, уже влюбился, уже год будет, как женился. Ой, как здорово! Как ее зовут? Алена. Аленочка? Да. Когда познакомились? Познакомились в январе 2015 года, вот, а в августе поженились через полгода. А вы верующий человек, кстати? Ну, да, верующий, но... Вот отец Михаил говорит, что все-таки трансплантология – это плохо. Что вы можете отцу Михаилу сказать? Я знаю, что в некоторых странах, вообще там написано даже в церквях, что оставляй органы на земле. Ну, Бог послал 2 органа человеку. Значит, если бы вам не сделали операцию по пересадке 2 этих важных органов, вы бы умерли? Меня бы уже давно не было, наверное. То есть, благодаря трансплантологии вы сейчас здесь сидите? Да. И можете кое-что сказать отцу Михаилу? Ну, что сказать? Ну, не знаю, скажите, что... Ну, даже говорить уже, наверное, ничего не надо, понимаете? Скажите, что вот вы то, что если бы на самом деле не пересадили эти чужие органы, то значит... Человек бы умер. Жизнь – это самое крутое вообще, отец Михаил. Разве нет? Мій відповідь? Да. Я дійсно згідний, що життя саме найдорожче, те, що є у кожної людини. Людина повинна берегти своє життя, але можна зберігати своє життя, а можна втратити душу. Ми рано чи пізно все рівно помремо. Чи пізніше, чи раніше. Нам треба готуватись до вічності. Ми всі так или иначе помремо. Получается, что к вам приходит там молодая девушка, например, и говорит, вот мне сейчас осталось там месяц, а есть возможность прожить 20 лет. И попросила бы вашего совета, попросила бы вашего благословения. И благословения не дали. На трансплантацию бы не дал. Угу. То есть вот даже если человек сидит, и вот он умрет, и есть возможность ему помочь? Но это сложный вопрос, на самом деле, сложная этическая проблема. Бог дал, Бог взял, до свидания. В нас немає таких чинів богослужбових, благословення на трансплантацію. У нас є молебні за здрав'я, різні качества, подобне. А таких чинів благословення на трансплантацію заміни органів у нас не існує. Ну, це несколько, отец Михаил, это несколько бюрократический подход. Мы, ведь этот человек приходит к Богу, к вам, как к Божьему человеку, а не в бюрократическую контору, где живут инструкциями и правилами. Мне кажется, вы должны... Ну или там святые люди, батюшки, они должны мыслить более широко и глобально. Сейчас на связи по скайпу у нас находится человек, который имеет совершенно другое мнение от уже здесь произнесенного вот Андреем, нашим гостем. Я очень хочу вас с ним познакомить. Эдуард, как слышите, по студию «Говорит Украина»? Да, слышу вас хорошо. Спасибо огромное. Я знаю, что вы в Харькове находитесь. Да. Скажите, пожалуйста, вы ведь тоже прошли операцию по пересадке органов? Да, в 2003 году мне сделали пересадку сердца. То есть у вас чужое сердце сейчас? Доновское сердце. Вы хотели бы увидеть родителей того человека, сердце которого вам пересадили? Да, конечно. Я бы хотел их поблагодарить за то, что фактически в 2003 году, когда, в общем-то, особо не было ни разговоров, которые сейчас ведутся о трансплантологии, совсем другое мнение было почему-то тогда у церкви, потому что перед операцией я ходил... тоже в церковь, и священникам говорю, как же так? Вот мне нужно, чтобы дальше жить, мне нужна как бы жизнь другого человека. Он сказал, что все нормально, потому что ты же, говорит, не убиваешь человека ради того, чтобы тебе дальше жить. Сказать, что нельзя, религия запрещает, я считаю, что это совершенно неправильно. А вы знаете историю своего донора? Ну, я тоже случайно ее узнал, что его зовут, значит, Михаил Иванович, ему 26 лет, он курсант университета внутренних дел и умер от аневризма головного мозга, видимо, от удара по голове. Скажите, а как вот на вас повлияло сердце этого 26-летнего курсанта Михаила? Ну, дело в том, что... Я, к сожалению, не знаю, какие были привычки там у этого человека. Ну, у вас-то появились какие-то новые привычки? Вел, да, образ жизни. Но, тем не менее, появились какие-то у меня другие новые интересы, новые привычки. После операции проявил интерес к кулинарии. Я начал готовить, смотреть передачи, книги читать. То есть все равно что-то есть. Скажите, пожалуйста, вы сейчас счастливы? Ну, по большому счету, счастлив, потому что жив. Хотя приходится принимать пожизненно определенные таблетки, чтобы не было отторжения органов. Что еще именно? Одно такое открыл в себе талант. Книгу написал. И рассказы сейчас продолжают писать. Слушайте, вот смотрите, это же потрясающий человек. Реально в прямом и в переносном смысле он получил новую жизнь. Во-первых, новое сердце, а во-вторых, действительно, человек открылся для себя совершенно новых и для своих близких с новых сторон. Спасибо вам огромное. Привет Харькову. Спасибо, что нашли время. Спасибо огромное. Итак, Андрей, которому пересадили чужие органы, не чувствует изменений в своем теле и в своих повадках. Однако Эдуард, который живет с чужим сердцем, начал вдруг готовить и писать прозу. Сегодня вы увидите своими глазами, как доктор, который на весь мир заявил о сенсации, планирует оживить голову пациента на другом, чужом теле. И что об этой уникальной пересадке скажут украинские нейрохирурги. А теперь... Стоп! А вы звідки знаете, где треба перерезать? Душа находится в голове. Вот мне интересно, кто продает это сердце? Они несут такую фигню только ради шоу. А это все вырежут. Вы сейчас упрекнули этого итальянского доктора в пиаре. Валерий, вы нашли своего доктора в интернете. Да. Так? Да. А вы слышали еще о других людях, которые, так же как и вы, хотят пересадить себе новое тело? После того, как публично было объявлено о нашем намерении, ко мне обратилось большое количество людей, которые, во-первых, просто меня поддерживали в этом намерении, а во-вторых, конечно, пишут и тяжело больные люди, просят контактов доктора. Но я каждому говорю, что сегодня мы, к сожалению, не можем пока никому помочь. Мы просто исследуем, мы занимаемся наукой сегодня, для того, чтобы завтра сделать это возможным. Поэтому, да, такие люди есть, претенденты, кроме меня, безусловно, уже появились. И мы знаем, что есть волонтеры в Китае сегодня, поэтому я не один. Да. Но мы, когда готовили эту программу, конечно, поискали эту самую информацию о желающих, собственно, провести для себя такую же операцию. Давайте обратим внимание на экран. Сенсаційна заява про можливість пересадки голови знайшла своїх прихильників. У Китаї відразу кілька пацієнтів висловили бажання стати піддослідними і взяти участь у такій трансплантації. Один із них – 62-річний Ван Гуанмінь. Кілька років тому чоловік дістав серйозну травму. Він не може пересуватися і дихає за допомогою спеціального пристрою. Вважають, що таку операцію може провести хірург Жень Сяопін, який співпрацює з Серджіо Канаверо. Черные трансплантологи – это ведь большая проблема сейчас в мире. И очень много преступлений, связанных с черной трансплантологией. Это в журналистике проблема. Так. Как-то вы так с вызовом. А я не с вызовом. Это дело в том, что любую проблему можно раздуть до таких величин. Такое впечатление, что в Украине у нас одни черные имплантологи у меня складываются. Телевизор куда ни включи, черный имплантолог. Но, когда мы готовили эту программу, то мы, конечно, проверили в интернете. Есть рынок, значит, человеческих органов. Да, он существует. Давайте обратим внимание на экран. Вот смотрите, даже существуют цены. Почка 50 тысяч евро, часть печенки, костный мозг 50 тысяч евро, сердце 120 тысяч евро. Это все, ну это и цены. Что тут удивительно? Как что удивительно? Что удивительно? Продаются органы. Человека вот... Это не на базаре субпродукты продаются, послушайте, извините меня. Каждый случай надо разбирать индивидуально. Извините, у меня проблемы с моей дочерью, надо костный мозг. Я за 50 тысяч продам свою почку, чтобы мой ребенок жил и пересадил. Ну вы же не в интернете это будете выставлять. Вот мне интересно, как, кто продает это сердце? Я вам пример привел. Я продаю это сердце, папа продает свою почку для того, чтобы дочке пересадить костный мозг. Давайте его осудим. Ну давайте. Хорошо, почку, а сердце? Но послушайте, здесь, в этой студии, мы рассматривали. Вот здесь, вот на этом диване сидела молодая пара. И я помню их. И, значит, парень хочет поехать туда, в Турцию. Значит, продать свою почку. Мы ему уже нашли специально 3 героев, которые попались на эту удочку. И теперь живут с инвалидностью, едва выживают. Денег не хватает на реабилитацию и на эти лекарства. Я говорю, и мы ему показываем, простите, пожалуйста, Александр, на что вы... потратите эти деньги. Я их, мол, потрачу на лечение своей девушки. В результате мы провели обследование девушки. Ей не нужна никакая операция, и никакие такие вот деньги не нужны. Но в итоге он все равно поехал в Турцию. Уже все, ему здесь вот все эксперты говорят. Человек на прямой линии у нас был, который прошел через это. Говорит, не делай, мил человек, эту глупость. Я через это прошел. 2 почки, роскошь, когда у жены шубы нет. Вот такая есть шуба. У нас большинство людей не понимает, что такое продать орган, продать сердце. Это крайне сложная операция. Это ж не для приготовления блюда. Согласен. 3 часа это не тот рынок, о котором думает 99% украинцев. Да, она же реально для думает, того, чтобы взять на имплантацию все... Я уже не говорю о группах крови, о факторах риска, о возрасте, не буду говорить. Их не продают сердца и почки на рынке, как огурцы и помидоры. Поймите это, дорогие украинцы. Так проблема в том, что у нас в Украине нет закона, разрешающего трансплантацию донорских органов. Например, как есть в Беларуси, куда едет очень большая часть жителей Украины. Ну, костный мост в Беларуси пересаживают все украинцы. Да. А у нас почему? Нет. Да потому что в 4 раза дешевле, чем в Германии. И все. У нас социальная подоплека, допустим, получить орган для трансплантации достаточно сложно, даже если есть донор. Потому что не готово ни законодательство. Ну, и второй момент, почему это возникло, да, вот черная трансплантология, как говорится, она может и не раздута, да. Вот. Потому что есть для этого почва, и отстают правоохранители в этом плане, и отстают законодатели. Вот здесь нужно как бы в корне бороться и менять. Я вот, знаете, сейчас я наверняка абсолютно уверен, что у некоторых наших экспертов все-таки возник этот вопрос, и я его должен сейчас, собственно, изложить. Не получится ли так, что живет-живет человек, и вот он... понял, что вот он хочет тело именно этого человека. И этого человека реально, да, могут заказать, а тело его пересадить. Детей запосещают на органы. Ну, теоретически возможно, почему нет? Если изобретение атомной бомбы можно считать большим злом для человечества, да, или сдерживающим фактором начала каких-то войн. Ну, все открытия, они все, в общем-то, имеют какой-то момент двоякости, правильно? Хорошо это или плохо? Все зависит от того, насколько сознание людей может использовать это по своему назначению. То есть, если всегда искать только худшее, то конечно, цивилизация не будет двигаться, развиваться и идти вперед, прекратит быть цивилизацией. Абсолютно верно, конечно. Я хотел бы дать совет вам, Андрей, и Эдуарду. Он точно будет смотреть передачу. Все равно я понимаю, что вы все ток-шоумены, а я психотерапевт. Не всегда сопротивляйтесь, когда вы слышите чужое. Вот это все звучит. Это Алексея звучит, и попытка как-то вот повлиять. Вот Алексей звучит то, что ведущий равно провокатор все-таки. Вне всякого сомнения. Это чужое сердце, чужая печень. А как влияет чужое сердце на ваше поведение? А как пересаженное чужое легкое от человека, которого вы не узнали, а хотите узнать? Сопротивляйтесь этому как можете. Вас пытается столкнуть в силу какого-то любопытства, в силу твоей фантазии вечером дома на эту тему, как на него повлияло. Он движется по алкоголизму или он, наоборот, там что-то для себя открыл. Сопротивляйтесь как только можете. Они несут такую фигню только ради шоу. Это все вырежут. Алексей, молчи. Нет, мы как раз это оставим. Они потом вырежут, я это знаю. Мы как раз это оставим. Потому что доказательство того, что здесь ничего не вырезается и все могут высказывать свою позицию. Даже те уважаемые наши эксперты, которые говорят, что все остальные, в том числе ведущие, несут фигню. Ну а что нет? А что мы такое? Чужое. А давайте узнаем, кто куда там залез, а как он жил и чем он будет влиять. Еще это скажите, что это никого не интересует. Да. То, что я хотел, Алексей, того я и достиг. Спасибо. А вот у меня мысль такая интересная появилась. У нас всегда до 1903 года было душевные больные. Больные душевно хворі, душевные. Если душевно хворі, это понятно, что страдает. Психика человека. Если психика, то психиатрия. Если психиатрия, то головной мозг. Не надо быть аналитиком, чтобы не понять, что душа находится в голове. Это моя властная думка. Расстройства душевные, расстройства психические, по аналогии. Так что я вот поддержать Валеру. У него голова остается. И я думаю, Валера, мне так кажется, не волнуйся. Ни часть души, ни кусок души не останется. Мозг остался, останется с тобой твоя душа, мне кажется. Вот вопрос к медикам. Скажите, пожалуйста, существует действительно такая клеточная память, которая... Мы опять говорим, есть мозг, который является уникальной структурой, только он помнит. Эдуард перенес новое рождение. Алексей правильно сказал. Такая операция, это, представьте, новый совершенно человек. Значит, ведущий все-таки не только фигню говорит. Нет, Алексей. Правильно иногда говорит. Я сразу так приосадился. Алексей, вы водите автомобиль? Да. Вы водите автомобиль. Вы приходите в салон и говорят: о, Алексей, ну вы же звезда у нас. Мы для пиара хотим подарить вам автомобиль и расшуметь на всех. Это суперавтомобиль на $1 миллион. Но единственное условие, вот мы посадим вас в автомобиль, завяжем глаза, а вы хотя бы на метр двинетесь вперед. Только глаза, больше ничего, хотя бы. Вы садитесь в автомобиль, у вас есть мышечная память. Вы правой рукой за ручку передачи, а там ее нет. Вы двумя руками, потому что вы держались за руля, а руля нет. Это электроника сплошная, может там голосовая связь, вам не объяснили. Угу. И у вас впереди миллион баксов или его нет, и у вас есть страх начать движение. Вы вообще боитесь сделать шаг, потому что любое движение, это впереди может быть остановка, все, конец. Представьте, что вам делают то же самое. Вот здесь совершенно другая область, когда к этому компьютеру, который действительно прожил, живет, классно живет, наполняет свою жизнь, присоединяет совершенно другое что-то. И вот тогда мы обращаемся и к генетической памяти, и эмоциональной памяти, и какой угодно памяти, но это будет совершенно другое. Сенсационный герой. Здесь сегодня у нас ток-шоу «Говорит Украина» впервые на украинском телевидении. Операция, о которой сейчас говорит весь мир. Но состоится ли все-таки она вообще? Здесь сейчас находится доктор, который, возможно, в декабре 2017 года может войти в историю медицины. И кому уже сейчас ради Валеры отрезали голову. Так, ця хирургия фактично возможна. У него есть какая-то такая вот штучка, и вот он вот так вот это соединяет. Еще медицина и наука не готовы к этой операции. И очень многие, конечно же, завидуют. Как именно будет проходить эта операция? Шансы на то, что человек получит новое тело, практически равны нулю. Так уверяет один из наших следующих героев. Я приглашаю его сейчас в студию. Антон, прошу вас. Вы весьма категоричны в своей позиции. Вы считаете, что пересадка головы на другое тело невозможна. Якщо взяти технологічну частину самої хірургії, тобто перемістити головний мозок, фактично голову, на інше тіло, то так, ця хірургія фактично можлива, тому що треба зробити анастомоз сонних артерій, венозного відтоку, ну і вертебральні артерії, котрі живлять спинний мозок. Але ці всі маніпуляції зробити в той термін, навіть при гіпотермії головного мозку, як на мене, дуже складно, тому що ми, який проміжок часу. Я прочитав, я дослідив цей протокол Джеміні, який описує Канаверо. І в мене є дуже-дуже багато запитань до нього. Вот сейчас будем разбираться. Однако, прежде всего, я хочу обратить ваше внимание на экран. На його рахунку вже понад 5000 складних операцій. Зі свої 32 10 років Антон Шкіряк оперує і є головним лікарем приватної столичної клініки. Це неймовірне задоволення, насправді. Це той, знаєте, лікарський кайф, який ти можеш отримати щодня. Звісно, річ, не можу сказати, що завжди виходиш переможцем. В більшості випадків ми перемагаємо, але інколи перемагає рак нас. Своїм досвідом він уже ділиться з колегами, а також викладає на кафедрі нейрохірургії медичного університету післядипломної освіти. Тож постійно вивчає всі новітні дослідження, які стосуються головного та спинного мозків. Ми сьогодні на висоті роботизованих технологій. Ми сьогодні на висоті забезпечення нейрохірургічної операції. Про сенсаційну заяву Серджіо Канаверо Антон Шкіряк дізнався з преси і почав вивчати його наукові доробки. Та що виявив український нейрохірург? І чому він вважає, що лише оголосивши про операцію, італійський колега на цьому вже добряче заробив? Валерий, вам ведь доктор рассказывал о том, как именно будет проходить эта операция. Да, конечно. Антон, давайте, прежде чем мы все-таки в подробностях разложим буквально по полочкам все это предстоящее, почему возможно и невозможно, давайте сейчас обратим внимание на экран. Перед операцією голова пацієнта та тіло донора будуть охолоджені до 15 градусів за Цельсієм. Так вдасться зберегти клітини живих тканин. Потім судини та спинний мозок переріжуть і накладуть затискачі. Після цього голову зафіксують на тілі донора за допомогою спеціального біоклею. Пацієнта введуть у штучну кому майже на місяць, поки зростуться тканини. Далі передбачається майже річний курс реабілітації. Значить, от доволі, в принципі, все так просто на графіці. В цьому протоколі є такий пункт, що якщо це відрізання зробити надзвичайно тонким, правильно? Неймовірно тонким. І там товщина, по-моєму, в мікронах він описується, так? Абсолютно вірно. Так. Ну, цікаво, яким це інструментом. Інша справа, що, мабуть, вони його хочуть винайти протягом цього часу. Воно розробляється віддільно для цього, так? Розробляється, так. Ось. То тоді ці всі зрізи будуть ідеально рівні, і ці клітини практично будуть непошкоджені. Справа в іншому. Справа в тому, що підібрати розміщення таких же структур і спинного мозку, і судин, і м'яких, ну добре, м'яких тканин шиєм неможливо. На сьогоднішній день методів діагностики ідеального розташування судин, їхньої архітектоніки, як вони розміщені, в яких вони пропорціях, діаметрах, не існує. Такої технології немає сьогодні. Валер, що ви скажете на це? Подождіть-ка, Валер, що ви скажете? Я, признаюсь чесно, я не знаю всіх деталей, которые планирует использовать Канаверо, однако мы определенно рассчитываем на адаптивность головного мозга к изменившейся ситуации, и мы рассчитываем, что он обучится управлять через новые пути в спинном мозге донора. Давай сейчас посмотрим, как сам итальянский доктор объясняет вот эту свою методику. Внимание на экран. Професор Канаверо заявляє, що знає, як вирішити цю проблему. Треба лише зрозуміти різницю між травмою мозку та операцією. Травми спинного мозку здатні знищити близько 26 тисяч нейронів. Ось ця травма спинного мозку. Це не підлягає відновленню. Ось що відбувається в Джеміні. Буде використане дуже тонке лезо. Так ми звільнимо не більше 10 нейронів. Цей банан не оживити. Оцей можна. Вот, значит, банан есть. Я вам длинный дал. Такой самый длинный. Так. Резать? Всі їли банан, знають структуру банану, да? Оці тонесенькі голені, крахмальні, да. Розріжте банан. От. І знову хочу нагадати, що не це буде відбуватися. Несіть другий банан. Ми зараз всі поріжемо. Потім всі діти. А тепер... Стоп! А ви звідки знаєте, де треба перерізати? Ну, я же и не итальянский доктор, с другой стороны. А итальяне звідки буде знати? Ну, они ж готовятся сейчас. Они, наверное, как-то... Так, добре, цей рівень де знаходиться в іншого пацієнта? Мерить, наверное, должны они. Так, цей рівень де... Так, а що поміряти? Ну, пацієнт же буде зовсім інший. Сантиметровою лінійкою. Очень удобно. А я не знаю, как. О... О. Ну я-то не доктор, что вы меня спрашиваете? Не доктор, не Давайте знаю. Не будем переводить бананы. Подождите-ка, но, наверное, у доктора есть что-то другое, потому что, ведь, насколько я понимаю, я, конечно, не так, как Валера это изучил, но я из объяснений, значит, вот этого итальянского доктора Канаверо понимаю, что у него есть какая-то такая вот штучка, вот как эта вот макаронина, да? Знаете, держите. Это гель его вот такой. Гель он такой, гель да? такой придумал. И вот он вот так вот это соединяет. И это прирастает. Видите, держится как? Заявление о сенсационной операции не обошло, конечно, стороной и украинскую медицину. К нам вышел нейрохирург, эксперт программы, который считает, что успех этой операции стремится все-таки к нулю. Но кто из его коллег все-таки может попасть в число тех 100 врачей, которые могут сделать эту сенсационную операцию через год, в декабре 2017 года? Совсем скоро этот врач появится здесь, в нашей студии. Более того, мы буквально наглядно попробуем разобрать предстоящую операцию на примере специально подготовленного манекена. Ключом к этому вопросу является полиэтиленгликоль. 100 миллионов долларов на проведение этой хирургии. Соединяй. Вот таким образом. Опа! Этот человек действительно сторонится любого общения. Я думаю, может, у меня слуховые галлюцинации. А что говорит по поводу вашей инновации, говорит сам Канаверо? Валерий. Значит, коллеги меня поправят, если я не прав. Самым главным камнем преткновения в этой операции именно является невозможность соединения нервных клеток на сегодняшний день. То есть все остальное уже как бы вопросов не вызывает, да, я так понимаю? Значит, ключом к этому вопросу является полиэтиленгликоль. Есть результаты, которые показывают, что клетки действительно прорастают. Результаты показаны на червях, на собаках, на крысах. Этим результатам много лет. Канаверо сегодня лишь собирает воедино пазлы этой технологии для того, чтобы сделать то, о чем мы здесь сегодня говорим. Валер, а вот итальянский доктор Канаверо показал вам какое-то доказательство успешности своего полиэтиленгликоль, да. Гликоль, да. Значит, есть два момента сегодня. Первый момент, имеются видеосвидетельства, в которых мышь, крыса, правда, в рамках одного тела, то есть одной крысы, имеет разделенный спинной мозг, и он в дальнейшем был соединен, и крыса обретала снова возможность двигаться. Это один момент. И у нас есть, кстати, это видео, давайте сразу его посмотрим. Цей щур – доказ того, що зростити нервові тканини можливо. Тварині розрізали, а потім зростили спинний мозок за допомогою так званого біоклею – синтетичного полімеру поліетиленгліколю. Тут у нас щур. Він однозначно рухається після повного розтинання хребта хірургічним шляхом. Як бачиш, цей щур не паралізований. Таких відеороликів дуже багато. І це взагалі-то один з найгірших. Друзі, в мене зразу виникає... Вона паралізована. Звичайно, паралізована. Вона паралізована. Да, Валер, прошу вас. Результати, звісно, можна оцінити по-разному. Тим не менше, дані збираються і робота ще ведеться. Справа не в клеї, справа не в самій операції. Справа в тому, що прогнозується щось таке, що чогось сьогодні ще немає. От оце проблема. Інша справа, що спрогнозувати, що через 4 роки я зроблю таку-то, таку-то операцію, і буде такий-то, такий-то, предполагається, результат. Щоб ви зрозуміли, експериментальна нейрохірургія – настільки вузька спеціалізація, це настільки вузенька мафія, настільки все закрито, щоб попасти в експериментальну лабораторію нейрохірургічну, це не треба, я не знаю, з ким треба підписати договір, щоб туди попасти. Більше того, перші результати експериментів озвучивается только тогда, когда уже позитивный результат. Значит, Антон, вы сейчас упрекнули заподозрили, вернее, этого итальянского доктора в пиаре. Не просто в піарі, а в феноменально продуманому, якісно підготовленому. Людина, будучи в нижніх, в середніх ешелонах нейрохірургічних, скажімо так, спільнот, вийшла в топи. І сьогодні, ви бачите, в нього лекції на TEDx, його запрошують на програми. Він спілкувався з Білом Гейтсом і просить $100 мільйонів доларів на проведення цієї хірургії. Але факт залишається фактом. Людина заявила, що в майбутньому щось буде. Я не знаю, який, ви не знаєте, Олексій, який буде через тиждень курс доллара. Ну, я, конечно, не знаю. І я не знаю. А він знає, що буде через 2 роки. Ну, мені кажется, що в правительстві знають. Нам очень важно и интересно было, конечно, узнать, что говорят в мире по поводу этого самого итальянского врача, который готов буквально сотворить чудо в декабре 2017 года. Во всяком случае, он так говорит. Возможно, он действительно будет первым, кто пересадит голову пациента на совершенно новое тело. Так что же все-таки говорят об этом итальянском докторе Серджіо Канаверо? Внимание на экран. Как вообще можно представить такую операцию? Лично я думаю, что он преступник. Во-первых, для этого нет никакой научной базы. Во-вторых, это уже что-то из области трансгуманизма. Говорить о пересадке головы можно будет только через несколько десятков лет, так как техническая сторона вопроса практически не изучена. Я знаю итальянских коллег, которые при упоминании Канаверо крутят пальцем у виска. И мне трудно себе представить, чтобы на одном человеке были завязаны такие технологии, которые слишком сильно опережают свое время. Учитывая то, какая комплексная сейчас наука, это просто невозможно. Но, значит, другие, смотрите, довольно известные специалисты из Швеции, из Италии, вот как было сказано, крутят пальцем у виска, значит, это не все так... А какое изобретение вообще не крутили у виска? Всегда это на пределе возможно, на пределе вообще. Когда мы могли представить, что мы будем разговаривать по мобильным телефонам? Или когда люди говорили о том, что земля вертится, их сжигали на костре? Послушайте, а может быть, Лен, может быть, действительно вот эта вот профессиональная ревность или консерватизм у таких вот уже мастодонтов медицины? На самом деле наука, она все-таки достаточно консервативна. И все, что возникает новое, оно выходит за грани этого консерватизма. И очень многие, конечно же, завидуют. Очень многие начинают сомневаться еще и потому, что не он первый это придумал, или у него нет в руках тех даже денег. Вы знаете, наверное, самый главный постулат медицины, который должны соблюдать не только нейрохирурги, да, а все врачи, это non nocere, не навреди. Это, к сожалению, пока что на сегодняшний день тот вариант, когда еще медицина и наука не готовы к этой операции. Почему? Потому что самое главное не только соединить, главное сохранить мозг живым. Итак, этого человека называют самой настоящей сенсацией. Впервые в Украине, только здесь ток-шоу «Говорит Украина». Парень, который готов пересадить свою голову на тело другого человека. Занимаемся наукой сегодня для того, чтобы завтра сделать это возможным. Такая операция – это, представьте, новый совершенно человек. Не существует. Такой технологии немає сегодня. Это самое главное не только соединить, а сохранить мозг живым. У нас в студии здесь довольно жаркая дискуссия по поводу того, нужно ли запрещать вообще подобные эксперименты над людьми, как полагает церковь, или все-таки наука должна идти вперед, толкая к развитию цивилизацию, как утверждают светские персоны. Можно спрятать свое життя, а можно утратить душу. Не волнуйся. Ни часть души, ни кусок души не останется. Мозг остался, останется с тобой твоя душа. Три открытия, они все, в общем-то, имеют какой-то момент двоякости. Хорошо это или плохо? Сначала Валерия, насколько мы понимаем, введут в кому. Его мозг охладят, и только потом произойдет эта самая уникальная операция. Но что за тело достанется нашему главному герою, и сможет ли он этим телом управлять? Прогнозуется что-то такое, чего сегодня еще немає. Канаверо сегодня лишь собирает воедино пазлы этой технологии. 100 врачей со всего мира готовятся сейчас к этой операции, которая назначена на декабрь 2017 года. Среди них есть и украинский медик. Мы покажем, как именно врачи собираются соединить голову Валерия и тело донора. Более 100 докторов, как я уже сказал, готовы включиться, склониться над этим столом операционным и на деле доказать, что пересадить голову одного человека на тело другого – это возможно. Мы нашли в Украине доктора, который, возможно, будет в команде этого итальянского врача. И он, этот наш гость, абсолютно уверен, что у Валеры есть все шансы получить новое тело. Итак, встречайте, пожалуйста. Прошу вас, доктор. Здравствуйте. Прошу вас, вот сюда. Сергей. Вы единственный украинский хирург, насколько я понимаю, может стать участником этой уникальнейшей операции. Да, совершенно верно. Вы считаете, что это реальность, что у Валеры может появиться новое тело? Да. Внимание на экран. Він починав кар'єру військовим хірургом в Одесі. За роки роботи Сергію Бородуліну довелося оперувати багатьох поранених. Їх привозили із Куби, із Афганістану. Коли от ми займалися і пришивали, там, скажімо, конечності, і потім ці бойці уходили з госпіталя на своїх ногах, це була велика радість. Уже тоді лікар замислився над тим, як допомогти собі і колегам рятувати життя солдатів. І долучився до розробки машинок для автоматичного зшивання судин. Вони дали можливість оперувати поранених у вертольотах, літаках та на кораблях. Розробив технологии, которая позволила сшивать нитками в автоматическом режиме одной-двумя иглами. Тепер Сергій Бородулін – український винахідник. Він одним із перших дізнався про революційні ідеї Серджіо Канаверо і одразу підтримав їх. Ба більше, військовий хірург з Одеси пропонує італійцеві свою технологію, яка допоможе прискорити операцію з пересадки голови Валерія Спиридонова. І для цього пропонує використати зварювальний апарат. Сергей, вы привезли с собой какой-то аппарат? Да, я привез тот экспериментальный образец, который вот мы пытались проверить, насколько реально можно было добавить к тем разработкам академика Платона, который разработал сварку сосудов. И сваривать сосуды мелкого диаметра. У нас эти патенты были еще в 80-е годы. Покажите, мы ничего не можем рассмотреть. Что это? Я хотел бы, чтобы, во-первых, пригласили человека, который дополнительно с нами работает по сварке, и сделать манекен. На сварщика пригласить? Да. Будьте добры, пригласите сварщика и манекен. Здравствуйте. Идите, садитесь вот сюда. Сварщики обычно во всем черном, а вы в белом. У нас медицина больше. Что это у вас в руках? Это аппарат, который позволяет в автоматическом режиме сварить сосуды. Либо стык в стык, либо заварить их, перекрыв просвет. Так вот, значит, Валерий, будут сваривать сосуды? Я так думаю, конечно. Мы рассчитываем применить все технологии, которые мы сможем найти. Конечно, чтобы помочь операции. Доктор? Чем отличается сшивание сосудов от сварки? Сшивание сосудов требует длительное время, а сварка происходит мгновенно. В течение 3-5-7 секунд мы можем сварить один орган. Давайте нагляднее, чтобы нам всем было понятно. То, что вы сидите с ящиком, вы сидите с прищепкой с какой-то, а как это действует, ничего не понятно. Давайте, показывайте нам. Мы подключаем к аппарату вот эти вот наши инструменты. Кто-то будет меня ассистировать? Давайте я. Да, пожалуйста. Что я должен делать? Снять... голову? Да. Я никогда еще голову с нее не снимал. Да. Ой. Вот там вот эти вот сосудики, которые... А ее вынимать? Не надо вынимать. Сосудики. Значит, что мы делаем? Вот видите, этот инструмент, который мы разработали, он позволяет группе хирургов, не 100 хирургов, как планировал Канаверо, а 2-4 хирурга максимум, они фиксируют вот таким образом все сосуды, нервы и прочее фиксируем. Вот это прищепка. Это прищепка, как вы ее назвали, с одной стороны. Да. С другой стороны мы фиксируем сосуды, которые идут от туловища. От туловища. Вот таких вот прищепок, как вы сказали, инструментов должно быть достаточно много, чтобы вывели нервы, сосуды и так далее. И мы вот так делаем? Да. Потом мы что делаем? Потом мы берем, соединяем вот таким образом. Просто-напросто берем их. Так. И вот мы... Опа! И вот так они свариваются. Да. Не знаю. Слушайте, а сколько этих сосудов? Около 50. Да, там около 50. И сколько по времени это займет сваривание сосудов? 3-5 секунд каждый сосуд. А шили бы дольше бы? Шили бы дольше. Один сосуд до 10 минут. До 10 минут один сосуд? А можно спросить, нервы вы тоже свариваете? Да. Нервы уже сваривал. Так, уносите, товарища. Мы сегодня говорим о сосудах. Подождите, я задаю нормальный вопрос, на который надо ответить да или нет. Вы лично нервы... Послушайте меня. Да. Послушайте. Вы нервы свариваете? Я не варил нервы, мы говорим о сосудах. Пожалуйста. А зачем, почему вы это спрашиваете? Садитесь, пожалуйста. А я любознательный. Потому он говорит, я сварю сосуды и нервы. Я думаю, может, у меня слуховые галлюцинации. Он же тут у трупа, ой, извините, у манекена сварил и сосуды, и нервы. А меня это несколько удивляет. Найстрашніше, що може статись на нейрохірургічній операції, це доторкнути апаратом, хоч і мною поважаємого клана Патона, хоча... Нерву. Ну, доторкнутись до нерву і з високою енергією вплинути на нерв, ви знищите його, просто знищите. Відбудуться фіброзні зміни, які відновити буде неможливо. І сьогодні, коли ми говоримо, і ми живемо з вами у світі Wi-Fi, гелівих напівпровідників, мікро-SD-карточки, приносити обладнання з 6 кілограм із клемами, із контактами міні-джек, пробачте, ну, японцы зараз смеялись без нас. Поверьте, скажите, пожалуйста, Сергей, а что говорит по поводу вашего вашей инновации, говорит сам Канаверо? Ну, вот мы при помощи Валеры общаемся. Валера, расскажи, что... Значит, Канаверо сегодня готов собирать все технологии, которые способны так или иначе повлиять на процесс. Безусловно, если эту технологию, которую показал уважаемый Сергей Дмитриевич, нельзя использовать на нервах, она пригодится при использовании кровеносных сосудов. С этим мы не будем спорить, правильно? Сокращение времени операции, вместо сшивания использовать сварку, это уже большое достижение на самом деле. И его стоит поддержать отдельно. Независимо от Канаверо, кстати. Вот доктора же говорят, что это невозможно, это вы же теряете. Сосуды сшиваются. Есть метод соединения сварки сосудов. И... Почему? Это же давно. Мы с вами говорим о сосудах. Да. Сосуды. Оно работает на сегодняшний день. Сваривают уже много лет. Свариваются уже багато років, десятки років. Ми це знаємо. Сьогодні технологія, буквально нещодавно повернувся з Сполучених Штатів, де я бачив унікальне обладнання, значить, весь апарат, повністю дисплей, повністю сенсорний. Більше того, хірург може змінювати режими, не торкаючись екрану, будучи в стерильних перчатках, проводити перед апаратом і змінювати свій режим. Він варить різними методами, аргоном, чим тільки хочеш. Судини, мікрохірургічні операції, великі судини, що хочеш. Це вже давно відомо. І це ми зараз не про це говоримо. Це не є, скажімо так, перепоною в хірургії пацієнта. Не це перепона. Ну, а что скажет врач Серджио Канаверо, который решится на сенсационную эту операцию, которая действительно способна перевернуть мир? И как живет тот самый человек, которому совсем недавно сделали то, что тоже когда-то казалось просто фантастическим? Ему пересадили лицо. Я слідкував за цією хірургією, це теж була афішована хірургія, досить цікава. Ми пробудили інтерес к дерзким рішенням. Нужно говорить о положительном, искать что-то хорошее. Может быть, действительно, итальянский врач пиарится и использует просто-напросто вас. Знаете, журналисты называют этого самого доктора итальянского неуловимым. Почему? Потому что записать с ним интервью не представляется возможным. Это как, знаете, пересадить действительно голову на другое тело. Но мы все-таки решили испытать эту удачу. Что из этого вышло? Где сейчас находится доктор, который, возможно, в декабре 2017 года может войти в историю вообще прорывной медицины? Это мы все попытались выяснить. Валер. А вот итальянский доктор, что вам говорил по поводу места проведения операции? Мы сейчас очень активно объясняем то, что мы делаем. Поэтому мы надеемся, что мы будем получать поддержку во все большем количестве государств. Это действительно так и происходит. Сегодня эту технологию поддерживают в Китае. Есть заявление от Вьетнама, который готов присоединиться к разработкам и предоставить площадку для исследований, площадку для проведения самой операции. Ряд исследований ведется в России, наверняка в других странах тоже. Но вы сами-то где бы хотели, чтобы прошла эта операция? О, мне совершенно все равно. Главное, чтобы была инфраструктура для работы, да. То есть, если это можно провести где-то поближе к дому, это будет хорошо. Все-таки возможно или нет пересадить Валерию новое тело? У нас есть еще одно видео, которое доказывает вроде как, что медицина не стоит на месте. Еще год назад многие не верили в успех той самой операции, которую мы вам сегодня покажем совсем скоро. Но цена операции, Валер, сколько она стоит? В зависимости от страны проведения цена операции может варьироваться от 7 до... 15 миллионов долларов. Конечно, у нас это сделать дешевле, на Западе дороже, но в основном в эту цену складывается только лишь зарплата персонала, потому что, как уже обсуждалось планируется около 150 медиков задействовать. И операция будет длиться 36 часов, и потом еще реабилитация. То есть просто зависит от уровня зарплаты врачей в том или ином государстве. Но ведь расходы еще на реабилитацию и на лечение? Безусловно. Ни одна клиника сегодня еще официально не признает того, что они готовы работать по технологии Канаверо, и поэтому нет финансирования. Непонятно, кого финансировать. Просто давать деньги Канаверо, ну как-то непонятно. Поэтому мы надеемся, что нам удастся выбрать площадку. Площадка согласится, примет нас для проведения исследований этих, и финансирование появится. Я вам говорил о том, что мы пытались выйти на связь с этим итальянским доктором Серджіо Канаверо. Мы написали ему электронное письмо, ждали, но ответа мы не получили. Валер, этот человек действительно сторонится любого общения? Просто он уже дал все возможные комментарии по этой теме, поэтому он обычно отправляет к тем статьям, которые уже вышли, и считает, что у него сегодня, видимо, есть другие дела, которые гораздо важнее, чем просто общение с прессой. Видимо, эту роль он пока передал мне. Ну или все-таки он боится этого общения с прессой? Я думаю, что нет. Он довольно открыт и с удовольствием раньше выступал и записывал скайп-интервью. Ему пока нечего бояться, потому что он ничего такого еще не сделал. Он, конечно, ставит на кон свою карьеру, свою репутацию и так далее, но только уже непосредственно после эксперимента мы поймем, чего это стоило. А как часто вы с ним общаетесь? Мы с ним общаемся по мере необходимости. Это примерно несколько раз в месяц. Валер, вот сегодня уже было предположение, Антонова высказал даже такое обвинение, что ли, в том, что он просто пиарится. Как вы полагаете, может быть, действительно итальянский врач пиарится и использует просто-напросто вас для этого? Смотрите, безусловно, он пиарится. Но что это такое? Пиарить науку? Пиарить дерзкий эксперимент? Пиарить какой-то ход, который может изменить очень многие жизни? Так ли это плохо? Я думаю, что нет. Сегодня мы получаем отзывы от институтов, университетов по всему миру. И там проводятся круглые столы. Студенты обсуждают возможность такого эксперимента, обсуждают, что нужно сделать для этого. То есть самое главное, что мы достигли, это мы пробудили интерес к дерзким решениям, к вызову, к тому, чтобы делать то, чего никто раньше не делал. Вы нам предоставили один из фрагментов вашего общения. Давайте-ка обратим внимание на экран. Я не буду показувати тобі людські зображення. Вони занадто жорстокі. Перше відсікання голови людині з метою пересадки голови вже відбулося в Китаї. Ще одна частина критики на нашу адресу – в шиї занадто багато структур, занадто багато хірургів в одній операційній. Але взагалі-то китайські хірурги це зробили. Вони не схвалили мою пропозицію. Тому що я говорив, що розріз шкіри повинен бути ось тут. В той час, як пластичні хірурги роблять його тут. Тому що це естетичніше. Ніхто не побачить шраму. Вы же слышали что-нибудь, Антон, о проведении операции по отрезанию головы уже? Ніяких даних на сьогоднішній день в науковому товаристві немає. А какой операции доктор говорил? Пока идут подготовительные мероприятия на телах умерших. Для того, чтобы отработать всю технологию, чтобы не было запинок, не было отложений по времени там, тех или иных этапов уже во время операции, для того, чтобы все сделать быстро, когда придет время. Я вот сейчас хотел бы обратить ваше внимание на экран для того, чтобы мы вспомнили еще об одной истории. Истории человека, у которого тоже когда-то не было выбора, потому что он... Ну вот оказался в такой ситуации, и он принял для себя решение рискнуть. Внимание на экран. У лютому 2015-го науковці медичного центру Нью-Йоркського університету успішно провели наймасштабнішу в історії пересадку обличчя. Їхнім пацієнтом став 41-річний пожежник Патрік Хардисон. Він дістав страшні опіки і майже осліп у 2001-му, коли рятував жінку з палаючого трейлера. Лікарі зробили йому понад 70 операцій. Та радикально покращити стан Патріка вони не могли. І лише через 14 років йому пересадили повний овал обличчя разом із носом, губами, повіками та вухами. Відважному пожежникові дісталося обличчя 26-річного хлопця, який загинув унаслідок нещасного випадку, коли катався на велосипеді. Операція тривала 26 годин. У ній брало участь 150 лікарів. Нове обличчя прижилося, і тепер уперше за багато років Патрік може заплющувати очі. Этот человек использовал этот шанс, и вроде как у него я бачив, я слідкував за цією хірургією, це теж була фішована хірургія, досить цікава, і справді там велика кількість спеціалістів, пластичних хірургів приймали участь. Основною відмінністю і особливістю цієї хірургії є те, що тут була пересадка м'яких тканин обличчя. В нього мімічні м'язи не працюють. Нервово це лице амімічне. Тобто він говорить, але в нього тільки виходить звук, в нього немає усмішки. І це все, можна сказати, пересадкою м'яких тканин на судинній ніжці. Ну, з другої сторони, Антон, у нього появилось лицо. Да, це інша справа, що було б, що ми переслідували. У нього лица не появилось, у нього появилась маска, лица нет. У него мимики не появится, потому что отсутствует иннервация. Послушайте, лучше жить без мимики, чем без лица вообще. Виктория, вы всю программу внимательно слушали. Вы в начале программы сказали мне, что абсолютно поддерживаете своего сына. Может быть, по результатам этого разговора у вас появились какие-то сомнения? Ни в коем случае. Кроме того, что мы все время говорим о недостатках, все в миноре. Нужно говорить о положительном, искать что-то хорошее. Спасибо. Независимо от того, состоится эта операция, не состоится, сделают ее Канаверо или не Канаверо, я каждому говорю, что нужно работать с тем, что у вас есть. Если у вас есть сохраненный интеллект, развивайте его, учитесь. Потому что сегодняшние технологии, которые уже есть, это интернет, это компьютеры, они позволяют работать во множестве профессий, успешно, прибыльно, с большим удовольствием. Поэтому упираться в то, что возможно сегодня именно эта операция или нет, не стоит. Не стоит делать на нее ставки. Просто живите своей жизнью, это уже здорово. Спасибо вам за эти слова. Валера. Спасибо еще раз огромное, что вы сегодня здесь у нас. И я думаю, что абсолютное большинство наших зрителей и людей здесь, в нашей студии, вас, конечно же, поддерживает. И все желают вам только успеха в проведении этой операции, если она действительно все-таки состоится. И мне очень хочется, чтобы мы увиделись в этой студии, чтобы вы появились здесь в своем новом теле. Мне бы этого очень хотелось. И нам тоже. Спасибо. Об этом говорит Украина, об этом сегодня не могли молчать и мы. Спасибо, что вы с нами. Пока.